Time has come. Flyweight champion of the world. Bruno Helsnes, Astrodice Bowers. Take it to the back of the club, that fucking on the table, the whole way. I've been keeping that ass, and if you give it my chance, I ain't gon' play. I really wanna get the money, that's what I told you, girl, you know I don't play. Мы выиграли две гонки подряд. Это означает то, что мы вложили очень серьезную работу, очень технично пришли в гонки, и уже мы в другом уровне. Да? Например, как бы дрифтинг в Латвии, он был как бы такой стрит-класс. Мы хотим показать, что дрифтинг может пойти тоже и в про-класс. Поэтому надо готовиться к машинам, надо очень подумать насчет стратегии команды, и поэтому можно выиграть. Надо сделать несколько вещей правильно. И подобрать шины, подобрать регулировку машины. Надо водить, собраться, и тогда все, квалификация у меня прошла. Первый заезд отлично, и во втором заезде я попробовал максимум. Я узнал одно место, где я могу развернуться, потому что во втором заезде я сделал ошибку. Я сделал очень много углов, и машина развернулась. Я понял, что я могу дойти до такой грани, и уже когда поехал в финал, я эту ошибку не допускал больше, я знал, до какого места я могу делать угол в машине. И самое главное была тактика, стратегия, успокоиться и знать, что ты едешь на выигрыш. Насчет Финляндии, так что пока мы немножко... где-то годик или два запаздываем, потому что там уже уровень другой. Каждый гонщик знает, что он делает на трассе. Там нет таких задержек, как здесь. Все гонщики приезжают, ставят машины, едут, как когда надо. Там другой график вообще, там все спокойно. Каждый человек знает свое дело. Мы в Финляндии приехали, трасса была очень скоростная. Все время было четвертая передача. Конец, заход на поворот первый 150 км в час, это был максимум 149, да. Там был очень хороший судейский вариант, немножко американский, потому что там убралась скорость. Заход на первый поворот очень важен. Чем больше скорость, чем получаешь больше очков. Mm-hmm. То же самое мы вообще хотим сделать в Латвии, потому что это будет хорошей мотивацией. Ехать быстрее делать заброс. Ну, это вообще будет новый стиль. Хорошо бы подобрали шины для мокрого асфальта. У нас было Кумхова Q15. Это как бы секрет, что я вам всем рассказываю. И так что на следующий гонке, я думаю, у всех будут такие резины. На сухой, асфальт я рекомендую, что мы сегодня подобрали, играть Hankook RS2. Всю самую свежую информацию вы сможете увидеть на портале ITR.LV. Все об дрифтинге, все об гонках в Латвии, в гонках, где мы участвуем за рубежом. Так что смотрите ITR.LV, и вы узнаете первые. Tight ass pants, little wife, beat a regular chick, go R&B, diva, bitch say something, I ain't a mind. We the fire, up in here, it's burning hot, we on fire. She can take it off, if it get too hot, up in this spot, we on fire. Tear the roof off this motherfucker, light the roof on fire. Nigga, what you say? We get loose in this motherfucker, light the roof on fire.